Всем привет, легендарные внучата, с вами я, Бабка Шоу, и сегодня мы с вами находимся в Китти Роблокс, ребята. Сегодня мы сюда пришли, знаете, для чего? Для того, чтобы, как обычно, ввести с вами коды, получить огромное количество сыра, ограбить наших разработчиков и получить себе супер крутые скины. Это мы с вами любим делать каждый раз, получать огромное количество сыра. Ну и, конечно же, перед тем, как посмотреть этот видеоролик, благодарите меня лайком за мои старания, за то, что я и ищу эти самые коды, потому что их, ребята, тоже приходится искать, не просто так. Иногда на одном сайте будут одни коды, на другом другие, где-то неактуальные. Если сейчас эти коды все еще актуальны, хотя бы будет несколько, то просто, пожалуйста, поставьте лайк на этот видеоролик. Я буду вам очень благодарна, это продвинет меня как ютубера, ну и, собственно, в общем-то, это будет ваша благодарность. Все, ребята, давайте начинать наш видеоролик. Погнали, ребята, только надо как-то слиться от нашей кошки, найти нашу кошку, чтобы, короче говоря, пойти прямо сейчас вводить наши кодики. То, как вы знаете, это довольно такая вот распространенная проблема, когда мы заходим в игру, и все, теперь фигу выйдем. Можно выйти из игры, но это такое себе, если честно. А ну-ка, где же наша кошка? А, вон она, ребята, я вижу нашу Китти. Давайте быстро до нее добежим. Это Китти? А, нет, ребята, это наша, она как раз таки крыска. А где наша Китти? Ты куда делась? Эй, ты где? Ну, что-то, короче, не видно нашу Китти. Найду, отпишусь. Итак, ребята, мы сейчас с вами находимся как раз таки в нашем магазине, и сейчас посмотрим, какие наши промокоды являются рабочими и сколько сыра мы можем получить с этих промокодов, ребята. Сегодня у нас целых, на самом деле, с вами 6 промокодов. Это довольно большое количество. И давайте сразу определимся с вами, какие скины мы будем покупать, если заработаем, хотя нет. Давайте все-таки сначала введем наши коды, не будем дразниться, а потом уже посмотрим, что там есть за такие интересные скины. Давайте, ребята, вводим наш первый промокод. Это промокод под названием ГЭБ. Вот так вот пишите. ГЭБ 220. Нажимаем на кнопочку «Введите». И тем самым с вами... Что? Не поняла. Неужели этот промокод тоже уже просрочился? Ребят, да я не поверю. Ну, не может такого быть. Может быть, я все-таки неправильно... О, получилось 5 миллиардов сыра. Это у меня все-таки, ребята, неполадки с интернетом. А я уже думала, что промокод убрали и расстроилась. Но нет, все же наш промокод является рабочим, поэтому вводите и получайте целых 5 миллиардов сыра. 5 миллиардов сыра. Это просто огромное количество, за которое как минимум уже можно купить себе крутой скин. Ну, на этом мы с вами не останавливаемся и вводим наш следующий промокод под названием ASB771. Нажимаем на кнопку «Введите» и получаем тем самым еще 75 миллионов сыра. Согласитесь, не так много, как в первый раз, но все же это просто огромное количество, за которое как минимум сейчас можно приобрести что-нибудь неплохое. Вы спросите, Бабка Шоу, мы ввели всего 2 кода, а ты говорила про 6. Да, ребята, сейчас еще целых 4 промокода вы сможете ввести вместе со мной и тем самым получить огромное количество нашего вкуснейшего классного сыра, ребята. Давайте сейчас мы с вами посмотрим на наш следующий промокод, и это, ребята, промокод под названием SOM503. Просто очень, на самом деле, старый промокод, не знаю, работает ли он сейчас или нет, но мы с вами нажимаем на кнопку «Ввести». Да, ребята, 1,5 миллиарда сыра. Это огромное количество, мы с вами получили целых 1,5 миллиарда сыра, и теперь радуемся жизни, так как сможем приобрести себе очень крутые скинчики. Следующий наш промокод на сегодня, это, ребята, код New Color Minigame. Слишком длинный промокод, чтобы его запомнить, написание, но мы попробуем и нажмем на кнопку «Введите». Ребята, мы с вами получаем целых 20 миллионов. Да, согласитесь, мало по сравнению с тем, что мы получали до этого, но все же, это кажется то, что мало. Сейчас я покажу, что можно прикупить себе за 20 миллионов сыра, если вы все еще не испорчены такими огромными цифрами, как я. 20 миллионов запишу себе в блокноте, чтобы обязательно проверить. Ну и, конечно же, ребята, промокод TMF500, как же его можно забыть, тоже дает просто огромное количество нашего сыра, только вводить его нужно правильно, большими буквами. TMF500, вы готовы? Тут 100, ребята, что я написала, какие 500? TMF100, вы готовы? Введите, и мы с вами получаем, что мы с вами получаем? Нифига себе, ребята, целых 6 миллиардов сыра, а вы готовы? Это 6 миллиардов сыра, это же шок. 6 миллиардов сыра мы с вами получаем дополнительно. Ну и все получается. Вроде как остался еще один промокод под названием Chapter 11 is here. Вы можете его ввести вместе со мной сейчас здесь. Chapter 11 is here. Нажимаем на кнопку «Ввести» и получаем тем самым еще немножечко 40 миллионов сыра. А теперь, как я вам и пообещала, давайте посмотрим, что можно приобрести за 20 миллионов сыра, который мы получили с самого нашего слабого кода. Ребята, наш тот самый промокод на 20 миллионов. Давайте посмотрим. Вы можете купить все вот эти скины, которые я показываю вам сейчас. 20 миллионов сыра. Так, ребят, смотрим, давайте. Ангельский. Вот, вы увидели, прикольный скин. Что здесь у нас есть еще? Вот такой вот Амонг какой-то уже. 600 тысяч всего лишь, а у нас 20 миллионов, ребята. Скин Супермена. Скин... Что тут еще какие есть прикольные скины?
прикольные. Скин какого-то ученого, скин сейлора. Вот это уже стоит 1 000 000, ребята, но все же у нас целых 20 миллионов в нашем запасе. Мороженое, ребята, в какой-то непонятный скин, ребята. Студент, эльф, ребята, королеву можно купить себе. Эмодзи, байкера. Офигеть, байкер, кстати, смотрится супер круто. Его мы, наверное, и купим, хотя он стоит всего лишь 2 миллиона сыра, ребята. А у нас целых 20 в распоряжении, поэтому давайте смотреть дальше, ребята. 20 миллионов сыра. Можно прикупить еще вот такой скин Китти-пилота, скин архитектора, скин Китти-вуд, скин черно-белый. На это все хватит вместе взято, ребята. Ну, давайте еще кое-что посмотрим. Так, терминатор. Хороший котенок, ребята. Китти-фокусник. Это мы себе позволить не можем. Заробок с 15 миллионов. Китти-пэнджи. Китти-металл за 16 миллионов. И Китти-фьюжн за 18 миллионов. Вот, ребята, Китти-единорог. Тот самый скин, который мы сможем ввести, ну, то есть получить с одного нашего кода. Подождите, это 2 миллиона? Вы что, прикалываетесь? 2 миллиона! А я думала 20! Так мы еще с вами кучу сможем скинов купить, получается. А тут уже нет. Смотрите, то есть этот самый скин стоил почему-то самое дешево, даже дешевле, чем это все. А вот этот уже стоит 23. Мы его купить с вами не сможем. Ну окей, давайте покупать все скины подряд, чтобы просто показать, насколько мы богаты. Как думаете, до скольки мы сможем с вами дойти? Сможем ли мы купить хотя бы 110? Может быть, 110 мы с вами хотя бы купим. Начнем с самого первого и потихонечку продолжим. Посмотрим, сколько скинов мы сможем себе позволить. Представьте, ребята, как было бы круто хвастаться перед друзьями, то, что у вас есть все скины, или, допустим, первые 100. Давайте мы попробуем с вами их прикупить и посмотреть, насколько это будет круто. Ой, за робуксы я, пожалуй, покупать ничего не хочу. Скин ниндзя, ребята, скин шеф-повара, скин полицейского, скин... что тут у нас еще есть? Вау, ребята, робот, почему его раньше не видела? Академический скин, рабочий скин, офигеть, ребята, вор, воришка, ух ты, почему они такие дешевые, хотя такие красивые, супер, ребята. Призионер, это, похоже, короче, какой-то чувак, который сидит у нас в тюрьме, скорее всего. Китти-зомби, офигеть, Китти-дьявол, Китти-про, нифига, ребят, ну, скины реально классные, учитывая то, что они такие дешевые. Китти-ангел, вообще самый красивый скин за бюджетные денежки. Так, ой, за робоксы не хочу, покупаем это, ребята. Еще Китти-шут, Китти-нома какой-то, пожарный, что дальше? Хот-дог, офигеть, ребят, какие же красивые скины, почему их раньше не видела? Зачем тратить такие огромные деньги на дорогие какие-то скины, если есть не менее красивые, ну, не менее, короче, красивые дешевые скинчики. Так, с Китти-шериф, Супер Китти, что у нас тут еще? Камуфляж Китти есть, Китти-котенок-астронавт, робоксы, 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 покупаем еще раз, два, ой, что-то поняла, прикол, разве, да, он за робокс, оказывается, научный скин за наш сыр, еще один сырочек, еще, ребят, за сыр, еще за сыр, офигеть, сколько много мы можем с вами купить, просто за наш сыр у нас с вами огромное количество сыра, уже целых 53 кота мы с вами купили за наш сыр, как вы думаете, сколько всего мы сможем купить скинов? Так, ребята, почти мы дошли с вами уже до 60-го, точнее, уже дошли до 60-го нашего скина. Это Китти-пилот, Китти-мусорка, Китти-архитектор, ангел, хотела сказать. Китти-вуд, ребята, Китти-черно-белый, Китти-кирпич. Так, кажется, сейчас пойдут скины за робоксы уже. Вот-вот-вот-вот, прям сейчас пойдут уже где-то скины за робоксы. Китти-терминатор, Китти-хороший котенок, Китти-фокусник. Уже за робоксы, и еще за робоксы, и еще за робоксы, и еще за робоксы. Теперь Китти-пэнджи, Китти-металл, сколько мы уже с вами купили-то? Китти-фьюжн, Китти-единорог, за робуксы, без робуксов, вот, и сейчас мы уже реально неплохо начали тратить наши деньги. Дойдем ли до 100? Ребята, вопрос такой на самом деле довольно актуальный. Цены начали расти, уже, ребята, мы с вами потратили где-то 1 000 000, а пока что особо как-то, ну как, 100 скинов мы уже купили практически. Так, покупаем еще один, и деньги реально начали неплохо так тратиться. Конечно, не супер много, но все же уже тратят. Разработчик игр, Китти, палеонтолог, ребята, пижама, ну, пижама это за робоксы, тоже за робоксы, все, ребята, до 100-го скина мы с вами как минимум дошли, то есть где-то 50 Китти мы с вами точно купили, о, вот это, ребята, деньги поползли, вот сейчас уже реально дорого, вот это все довольно дорого стоит, это что, ребят, женяша, что ли? Так, Китти художник, офигеть, сколько стоит, Китти хакер, обалдеть, ребята, ну все, смотрите, уже почти мы потратили наши 2 миллиончика, давайте тогда купим наш следующий скин, ребята, офигеть, как он дорогой, и уже мы реально тратим довольно большое
большие деньги. Китти Мордекай, Китти Электрик, бомба, ну бомба стоит рубуксы, Китти часы. Супер, ребята, я эти скины вообще раньше не видела, это же супер красиво выглядит. Китти Тедди, Китти, так, это рубуксы, рубуксы, Амонг, ребята, Амогус. Покупаем, покупаем, ой, как дорого, ребята, что-то на Амонгера все мы потратим, походу. Синий, розовый, зеленый, оранжевый, розовый, так, Китти Оборотень. Китти коричневый. Так, все, вроде бы купили. Смотрите, 139, 140. Все, ребят, вот сейчас пошли уже довольно дорогие скины. Не знаю даже, что покупать. Ну, давайте, купим все-таки Китти Жертву, Китти Джейсона. И кажется, немножечко нам не хватает, либо хватает как раз-таки на один наш скин. Вот он, Китти, заключенный в тюрьму. Ну, остается каких-то там 120 миллионов. Это чисто для покупки прикольного скина для нашей мыши. Давайте посмотрим, что мы можем купить за эти деньги. 122 миллиона сыра. Довольно много, чтобы купить интересный скин. Так, что мы можем купить за эти деньги? 122 миллиона. Пока что мы дошли только до 10 миллионов нашего сыра, а у нас есть целых 122. Если что-то супер понравится, просто пишите, ребята, я вас услышу и куплю тот самый скин, который выглядит... Вау! Вау! Хо-хо! Китти Анонимус! Вот это да, ребята! Хорошо, теперь сменим наше оружие. Какое у нас тут есть оружие, интересно? О, ну, сковородка прикольно выглядит. Ну и в целом ловушку какую можно поставить? Давайте какую-нибудь дорогую поставим, супер дорогую, прикольную. Медкит такой себе. Что у нас тут есть, интересно? Роб, нет, такой себе, демон тоже не очень. Такс. Давайте поищем еще что-нибудь неплохое. У нас здесь, ребята, есть ловушка спайка, ловушка шина, ловушка чистая, ловушка грязная. Магнитная, торт. Ну, короче, торт это как обычно, выбор года. Ну и, конечно же, домашние животные. Давайте купим вот такого пэта. Так, ребята, вот такого теперь у нас есть Китти Анонимус, которого сразу заключили в тюрьму, ребята. Это вот такой вот Анонимус, который может взломать вас в любой момент. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал или Бабка Шоу вас взломает. Ну, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами была Бабка Шоу. Если вы все еще не поставили лайк, то обязательно исправьте вашу ситуацию. Поставьте лайк, сделайте и мне приятно, и себе, потому что видео будет выходить чаще. Все, ребята, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Goodbye.